мы активно работаем вместе с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, с омбудсменом нашим Москальковой, да, по тому, как, в общем, мы сделали специальный чат-бот, мы через разные каналы собираем обращения от людей, которые подвергаются вот этим всяким гонениям, и, соответственно, вместе с профильными органами российскими мы пытаемся эти проблемы решать. Ну, опять же, в самый острый период, да, когда особенно весной там были прям какие-то наезды и в соцсетях на людей, и в школах их притесняли, там как бы и детей унижали, и в магазины не пускали, да, там многим требовалось психологической помощи. И мы создали специальную, например, программу вместе с нашим партнером, организацией «Мир семьи», которые бесплатно совершенно оказывали, значит, психологическую поддержку и консультирование тем людям, которые вот оказались в такой сложной ситуации. Вот. Естественно, что по мере того, как там острота этой проблемы была снята, ну, как бы сегодня уже меньше запросов на такую помощь. Но, тем не менее, как бы обращения продолжаются, мы все стараемся отрабатывать.